Здравствуйте, дорогие друзья. Меня контент радует, но сегодня не про Ла-2М, а про скам поговорим. Перед просмотром данного ролика, пожалуйста, уберите детей от экрана. Первый раз использую свое любимое выражение по назначению. Ёбаный стыд. Кстати, ничего не напоминает. Вышло обновление на 4 гига, где изменили женские модели. Добавлены 8 вариаций женских моделей. Ну смотрите, совсем другое дело. Достаточно реалистично. Также видим, что добавлен конструктор лица с веснушками, без, кому как нравится, цвет кожи. Возраст. Да, видно, морщины появляются. Также прически добавлены. Очень круто. Ну и цвет волос. Также цвет глаз. Оттенок цвета. В игру добавили также макияж. Вот можно рандомно поклацать. Цвет какой хочешь, просто можете выбирать. Неплохо, кстати, неплохо, очень неплохо. Девчонкам, думаю, очень понравится. Женскому комьюнити. Я хочу готический какой-то. Во. Бруталити. В игре также есть хирург, который предоставит первую операцию по смене внешности бесплатно. Полностью переработали, как одежда обтекает тело персонажа. Видим до. Видим после. Также видим до. Вместе с противоударным бронежилетом. И видим после. Что мы тут видим? Ну, как вы знаете, это игра про зэков, то такая, ну, дама сидевшая, а это такая только с гражданочки. И такая, эй, бля, я жизнь видела, эй, вертухай, слышь, сюда иди. Также в гражданской одежде, также видим до и видим после. Видим походку до и после. Ну, намного лучше стало. Намного стал симпатичнее персонаж. Да ты свой, ты боже, ты посмотри. Ой, ты боже. Я не понимаю, какое они хотят комьюнити в
Блин, а ну давайте против солнца буду бежать. Какое они хотят комьюнити привлечь? Вот мне очень интересно. Очень интересно, какое комьюнити. Не, ну я не знаю, это какие-то топ-модели, а уже не зэки. Это там модный приговор. Надела не ту юбку, посадили в тюрьму. Заслали на остров. Не, ну, ребята, я не знаю, честно. Это просто бомба. Не, красиво, без базара, но я ждал не это. Конечно, зачеточка, просто сексуально все. Как говорится, этот шишка набухла, но я ждал не этого. Я жду новое строительство, новых зомби, новую локацию, атомная электростанция. А вот строительство будет модульное, что меня очень сильно тоже возбуждает, как бы. Модульные машины появятся, ну вообще будоражит мою фантазию эта игра. Жду обновлений, когда это будет. Надеюсь, я не хочу, чтобы именно на Новый год, хочу, чтобы пораньше это все было. Ну, ребятушки, давайте. Контентик новенький. Ну, достойно, красиво проработали все, очень красиво. Также оптимизировали большой город. Убрали некоторые помещения и детали. Но я бы сказал, что у меня и сейчас не лагает в большом городе, вот относительно год назад и сейчас. Они еще лучше оптимизировали город, то он должен быть намного приятней и комфортней по прогрузке и нахождению в нем. Но я не мог пропустить это обновление, потому что это просто у-ла-ла. То, ребятушки, достаем мокрые салфетки и заходим в скам. С вами был Розе. Всем до новых встреч.